Наше общество уже готово само противостоять вот этим вызовам извне или еще изнутри, или извне. Оно готово. А также необходимо отметить то, что наши правоохранительные органы, спецслужбы, они тоже уже готовы. Они провели огромнейшую работу. Мы это видим на протяжении вот этих 3 лет. Действительно, работа серьезнейшая была проведена. Я думаю, что мы готовы все вместе, общество само и все, скажем так, компетентные органы, они готовы к проведению этой электоральной кампании на высоком уровне.